сегодняшний последний день. В Гамбурге было принято решение, что надо сходить в музей миниатюр Вундерленд, музей миниатюр, и поэтому мы рано утром уже здесь. Буду сейчас спамить миниатюрами. С Венеции мы добираемся куда? В Рим. Блин, прикольно. Вот она, настоящая Венеция. Также много каналов, площадь Сан-Марко и сирены полицейских. Рассвет где-то в швейцарских Альпах. Мосты, скалы, автобусы, как в Портофино. Красотища. Вот когда я смотрю на такие произведения искусств, я понимаю Шелдона Купера и почему ему так нравятся игрушечные железные дороги. Кайф! Драконы летают над замками. Мини-железнодорожный оргазм продолжается. Это просто красотища, это просто жесть. Как же сложно это все выстроить, как же сложно это все выставить. Кайф. Здесь тоже миниатюра аэропорта. И что самое главное, в зоне вылетов. Первый вылет на звезду смерти летит тысячелетний сокол. Класс. Ночной аэропорт в Мюнхене. И все, что здесь происходит. Ну, как всегда, непонятно. Происходит какая-то хрень, как и в любом аэропорту. Обратите внимание, здесь водители, даже игрушечные, культурные. Они включают поворотники перед тем, как повернуть. А вот этот не культурный. Меняется ночь на день и обратно. Круто. Рушится дом в Венеции. Круто. Идем на взлет. Угадь.